Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Infamous Second Son. И в данный момент мы как раз-таки, ребят, прокачали своего героя. Теперь мы, видите, сколько имеем, какую полоску гигантскую нашего дыма. Оказывается, мы можем брать и дым, и неон. То есть, не одновременно, но можем их чередовать. То есть, вот неон, поглощаем, теперь мы неоновый человек. Теперь у нас неоновая суперсила. То есть, для того, чтобы добежать до миссии, я пока что буду использовать неон, чтобы побыстрее бежать. А потом, как только мы добежим, мы сразу же, ребята, поменяем все на дым. Но на самом деле все равно медленно, как бы. Вроде бы быстро, но не так быстро, как хотелось бы. Вот что я могу сказать. Так, нам нужно на мост. То есть дым единственный, который у нас есть, он находится где-то здесь. Так что сразу поглощаем его. Все. Идем через чекпоинт. Вот этот. Там вроде бы никто не стоит на нем. Здесь осколок вообще. А ну-ка. Он мне нужен. Поглощаем. И вот та самая штука. Офигеть. Я говорил, ребят, про цитадели. Это была не цитадель, это просто была блокировка моста. Офигеть, не встать, да? И что мне с ним делать? Могу ли я попробовать... Да что-то она не ломается вообще. То есть залезть мне нужно как-то попытаться. Единственный вариант залезть, это не он. Взять, да? А где не он взять? Он где-то внизу, что ли, или здесь? А, вот он. Окей, ладно, в любом случае, видите, издевается над нами разработчик. Не хочет, чтобы я играл дымом. Хочет, чтобы я только неоном играл. Ой. Ой-ой-ой! Ох, вот это зря. О, дым! Спасибо. Дым! Сейчас будет круто! Согласен. Воп! Чпоинг. Разлетелись. Все! Автоматические пушки? Ну так ты честно. Ой. Вернулся ко мне дым все-таки. С пушками мы с вами уже определились, они легко вырубаются вот таким, ага, вот образом. Их ахиллесова пята — это задница. Ха, я в тебя верила, Делс. Надо по этим пушкам сзади бить. Из этих пушек дофига, кстати, я так понимаю, стоит. А что там такое? Ничего, видимо. Нам просто нужно перейти мост. Да. Оппонент-то будь здоров. Ой-ой-ой! Я проиграл, да? А я ничего не могу сделать. Он не может вниз быстро прыгнуть. Пипец. Да уничтожай же ее. Так, а как идти тогда? Там еще вертолет какой-то прячется. А, у меня ракет нету, я думаю, что за фигня. Аппалет-то будь здоров. Так, пускай подхилится мой чувак. Ну, что-то пипец, да, действительно, палят вообще очень больно что-то. Даже не успеваешь ничего сделать. Я под обстрелом! Хорошо. Давай выше, 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 выше. Ломайся. И здесь снизу где-то еще одна была. Поглотить дым могу? Видите, даже этот дым не могу поглотить почему-то. Который после турели уничтоженный остается. Угу. Окей. Здесь еще будет две турельки. Так, одна внизу, видимо, да? Одна, вторая будет вверху. Это что, вертолет меня стреляет, или мне кажется? Нет, турелька вроде. Не успела ты меня стрельнуть. Я вот не знаю, можно ли как-то нашими способностями восстановить мост. Видимо, если мы приобретем способность камня, которую мы хотим забрать у Амелии, или как ее там зовут, то, видимо, мы сможем это сделать. Так, сейчас попробую прицелиться. Он пытался. Ого, ничего себе пролом. От машины тут толку мало, хотя сойдет за трамплин.
Да свидули, девочки. Да зачем оборзели? Вот стреляют меня уже полчаса, да? Так. Летим. Весь их пост их уничтожил. Смотрите, что? Здесь... Надоело. Опа-на, а это кто такие? Прятаться. Это кто такие? Какие-то крутые чуваки, заметьте. Слышь, Проныра, ой, я весь мост усеял трупами и обломками. Проныра, бабы, надолго их не хватает. Ну ладно, район фонарей, жди меня. Нормально, я выжил. Какие-то прям крутые, смотрите, прокачанные. Накачанные. А я не знаю, если я так сделаю. Да, их тоже можно так было сделать. Я думал, они какие-то суперусиленные, их нельзя будет деактивировать. А кто стреляет? Кто здесь стрелял в меня? Здесь же никого нету. Если на карту посмотреть, то вроде бы никого здесь не должно стоять. Так, и что здесь делать? Прилететь? Опа-на, здесь будет какая-то схватка, видимо. Видимо... О, подожди-ка. О, черт. Че, серьезно? Мадам, у вас башню сорвало, вы в курсе? А, ты меня узнал? Как же, как же. Это ж вы взяли меня на месте преступления и потом просто отпустили. А ты изменился? Это вы про дым? Ну да. Говорят, ты освоил новый трюк. Пополняешь арсенал? Не знаю, откуда такие слухи у вас. Я рядовой владыка дыма. Посмотрим. Крутой персонаж, кстати. Ну, пока что я ничего не ощущаю. Это что за бык? Опа-на! Чё творит? Вы посмотрите на него. Я ж не могу его поглотить, правильно? Я могу не он поглотить. Но, видимо, здесь не он нам нужно сражаться, потому что... Для чего он тогда нужен, если... Не так уж и сложно. Если не для этого. Ой, больно. Своими глазами. Надеюсь, ты ух, понимаешь, какой здоровый! Какой ты счастливчик. Прикончи бетонного увольня, и мы с тобой побеседуем. Бетонного увольня. Получай. Подряжусь. Ой, нифига себе он хорош. Так, ладно, отойду немного, а то мне будет больно. Воу! Не, что-то к нему что-то подходить не близко становится. Нет смысла. Все больше и больше. Получай. Не, к нему подходить нет смысла абсолютно никакого. То есть он там камни постоянно летают. Это ни к чему не приведет. Не попал. Ладно, подзарядимся. Три ракеты вроде бы, да, он забирает? Почему-то а две. Ты, это штуки две. Не станешь, да? Подожди. Там должны слабые места писаться, когда мы вот так вот делаем. Что-то не пишут слабые места. Нифига себе, бьет меня, смотри-ка. Ладно, отойдем немножко еще. Ой. Не успеваю ударить. Я не знаю, чем он там меня бьет. Как у меня попадает, но я не успеваю ударить его суперсильной атакой. Ну не суперсильной, просто сильной атакой. Сверху его бить тоже, наверное, нет смысла абсолютно. Вот как ты успеваешь так ударить, а это засранец? Сейчас было три ракеты, а если подзаряжаемся, то две почему-то. Отходим.
Ух, какой здоровый. Все равно задел меня, я за ограждением нахожусь, а он все равно задевает. Вот засранец такой. На. Ой! Нифига себе, он шустрый. Что-то они становятся все больше и больше. Смотри, шустрый какой. Так. Подзарядиться успел, у меня сразу люлей навешал. А не поддаваться успел. Ты, наверное, не станешь, да? Нечего заряжать. Да блин, да как? Нифига себе. Догнала, вы видели? Жесткая фигня. Все равно догоняет. Беги, 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 беги. Беги, беги, беги. Беги, беги, беги. То есть у него есть три атаки, по сути. У этого чувака. Ну, не такой уж он и сильный. Просто нужно стараться уворачиваться от всего этого. Тогда не будет проблем. Одна атака под землей, у него какие-то камни плавают. Камни прямо в моем направлении летят. Ну, не знаю. Летят, ползут. Вторая атака, он кидает камни. Третья атака, он сам камни находит. Ну все. Минус камень. Ваша очередь, мадам. Ну ладно, я немножко приврал насчет неоновой штуки, но... Я могу нам обоим сэкономить время. Мне всего-то... Надо перекачать из вас немного силы. Ты хочешь взять у меня мою силу? Ну мне ж не надо там мосты топить и все такое. Я хочу вытащить из моих друзей бетонные клинья, да. И больше я никогда не стану вас беспокоить. Есть идея получше. Да убегай ты. Когда ты в своей лачуге, от тебя нет никакой пользы. Оставайся лучше здесь, со мной. Не, моя идея получше. Она в перчатках специально, да? Ты разочаровал меня. Нет. В смысле нет? Что происходит? Меня кто-то забрал? Что произошло-то вообще? Я лечу куда-то. Не смотри. Видимо, чтобы использовать свою способность, чтобы меня заковать, она должна... Точнее, цель, которую она хочет заковать, должна стоять на земле. А там кто-то летел. Поэтому она не смогла заковать того, кто летит. Меня кто-то освободил. Ну кто это был? Видите, сверху никого нету. Вот, блин, пипец. Летающий кто-то, офигеть. Вот хочу летающую способность, но хочу быструю летающую способность. Неон плюс полет будет вообще идеально, по-моему. Такой, что произошло вообще? Кто меня освободил? Район фонарей. Сюда-то я и шел. Это ж не я сам по себе летел, правильно? Блин, нифига, интересно. Интересно сделали. Уи! Так, сейчас надо освободить тогда район. В этом районе есть какой-то супергерой летающий, видите? Ну, не супергерой, проводник, давайте так их называть. Поглощаем дым. Сейчас буду уничтожать антенны. Жалко, что я не могу вверх, видите, вот эту вот штуку использовать.
Только если через эти, через вентиляцию. А вентиляция-то все равно не на каждом шагу она. Она в основном внизу. Так. Ну. Пипец. Готово. Что происходит? А, я могу, да, их? Типа он защищает, да, его? Прикольно. А этого я могу также сделать, интересно? По-моему, нет. По-моему, единственный, кого не могу, так это вот этот чувак, который... Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж, постой. Да, его не могу, видите? Как ни пытайся, ничего не получается. Ну, сейчас у него нет камня, могу сейчас? О, без камня могу, смотрите-ка, прикольно сделано. То есть, очищаешь область камней. И после этого спокойно, без проблем кидаешь эту гранатку. Прикольно. Так, забираем опять-таки эти силы дымовые. Я не знаю, могу я так сделать, например? Ты что ты делаешь? Ты что делаешь? Возьми этого чувака. Полчаса уже нажимаю, блин. Подожди-ка. Это ж дым. Не успел. Хотел поглотить, не успел. А куда этот чувак-то улетел? Стоял здесь, да улетел куда-то. Ой. Что происходит вообще? Что происходит? Ты туда-сюда летаешь, чувак, ты не заметил? А, не он, зачем мне не он? Ой-ой-ой-ой-ой. Не то сделал. Пойду-ка дым поищу. Мне он там ничего не нужен. Во. Вот и все. Никуда не убежишь. Мы уже скоро будем героем 4-го левела. С такими темпами. Так, где-то эта штука, она здесь была наверху. О, здесь целых 4 антенны, нифига себе. Меня уже заметили. Мне уже дают люей. Ничего. Вон он, внизу есть. Опа. Чуть никого нету возле антенны. Странно. Так, готово. Готово. Уничтожаем антенну. Подожди, еще один? Нет. А где антенна? Вот она стоит. Раз, два, три. Готово. И миссия как раз таки возле нас. Я это даже не заметил. Смотри, там бандиты есть. Можно, в принципе, попробовать за эту серию, пока у нас еще она идет, попробовать достичь 4-го уровня геройства. Для этого нам нужно просто всех подавлять. Уип. Здрасте. Не стреляй! Что? Не стреляй! Спасибо. Добрый. Плюнь на него. Подавляем. 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 Этих тоже сейчас подавим. Готово. Готово. И готово. Все что ли? Настолько просто. Смотри, здесь какой-то серп и молот. Это вообще нормально? Подожди-ка, а что это значит? Это миссия. Операция «Фанат недоступна», уничтожить ближайший мобильный штаб Деца. Нам в любом случае, видите, нужно его уничтожать, чтобы миссию начать. Прикольно. Давайте это сделаем. Здесь какой-то серп и молот. Что это значит? Я понятия не имею. Мужик, ты знаешь, что это значит? А, да, ты меня не боишься? Тогда подавить. А, это еще бандиты, да? А, это советская мафия какая-то, русская мафия. Прикольно сделали. Русскую мафию мы сейчас подавим. Подавим, подавим. Банда акул атакована. Классно. Круто, прикольно.
Так, ну идем тогда в ближайший этот... В эту штуку, которую мы сказали, что нам нужно пройти для того, чтобы освободить миссию, освободить район немножко. Я так понимаю, она... А, у нас, в принципе, она помечена как миссия. Хорошо. Нам нужно дым немножко восполнить. Давайте, наверное, этим сейчас займемся в первую очередь. Уи! Здрасте. Не-не-не-не. Давайте лучше я вас сначала подавлю. А потом будем сражаться уже. Так. Ну, дым мы восполнили, нам нужно сюда. Мы, в принципе, с вами уже урок как бы усвоили, то, что нужно немножко хилиться. Мы теперь хилимся от того, что подавляем противников. Мы теперь хилимся от того, что мы идем через вентиляцию. То есть это теперь играет нам на руку. Для того, чтобы здесь нормально себя чувствовать... Для того, чтобы здесь нормально себя чувствовать. Что происходит? А, турелька стреляет, прикольно. Нам нужно эту турель, во-первых, вырубить, чтобы чувствовать себя нормально. Во-вторых, также нам нужно попробовать сломать вот эту вот антенну, которая тоже там же стоит, там же находится. Господи, не могу здесь нигде забраться. Сейчас пойду здесь, и меня турель, наверное, сразу начнет стрелять. А нет, она боком ко мне стоит. Давайте ее вырубим. Это кто сидит? Это обычный человек. Вырубаем. Так, антенна где-то здесь находится, но я ее не вижу. Вот она. Готово. Подавить. Эту штуку нам нужно уничтожить. Что-то никого нету, это хорошо. Можно спокойно сломать эту штуку. Я вот первый раз вижу такое, чтобы никого не было. Мы действительно здесь одни находимся. А, не, вот чуваки появились. Здрасте. А, они сразу вылезли и говорят, мы сдаемся. Неплохо. Даже сражаться ни с кем не надо. Вот это я понимаю. Вот это вот хорошая тема. Не то, что предыдущие миссии, когда мы полтора часа тратили на то, чтобы что-нибудь сделать здесь. Вот как ты... Вот как здесь вообще нормально залезть, если он спрыгивает сразу? На! Дес освобожден. А где осколки мои? Штаб уничтожен, да. Дес освобожден, сказал я. Не Дес освобожден, а территория освобождена от Дес. Операция Фанат теперь доступна, видите, все отлично. И еще осколков, видите, сколько мы здесь собираем. Дофигища, просто дофигища. Там еще сверху где-то есть осколок. Видите, помимо всего этого, здесь еще также есть камеры, которые тоже нужно, кстати, уничтожать. Вот камера, видите, находится. Раз камера, и камера еще с другой стороны такая же. А, еще и здесь камера, видите, она орет. Разорались. Вот и все. И никто теперь не орет. Вентиляцию дайте мне, пожалуйста, одну. Или мне придется самому подниматься по этим лестницам. Так, поднимаемся, ладно. Вентиляции я не вижу. Оп. Опа-на, граффити можно забомбить. А, давайте, мы, кстати, с вами уже делали. Младенцы атакуют или шок-мартышка? Шок-мартышка это плохая, хорошая это младенцы атакуют. Берем джойстик как баллончик. Трясем. Прикольно. А чё он так как-то... А я не знаю. А почему он так тонко рисует? Тонко пшикает. Разве не правильнее бы было, если бы... Ладно. Не буду ничего этого углубляться, в эту тему. Блин, опять-таки сложно этим рисовать, если честно. Во. Первый слой нанесен.
второй слой. Нанесен. Прикольно. Вот вам граффити. Мое личное, я сам только что нарисовал. Я джойстик держал, как будто я держал баллончик. Человек из сказки и баллончик краски. Блин, прикольно, кстати. Граффити нарисовано, плюс к нашему геройскому этому. Репутации, к нашей статусу. Так, а где эта штука, я вот не понимаю. Наверху, что ли, там? Ты можешь подняться-то вообще туда? По сути, может, только, как всегда, какие-то проблемы у него возникают. Во! Во! А, она вот там вот прям. Нифига себе запрятали. То я вижу осколок где-то сверху, а где, не понимаю. И как мне туда забраться? Вот что он сейчас падает? Увидели? Так, хорошо. Ну поднимись, чувак, ну пожалуйста. Мы тут вообще-то пытаемся осколок забрать. А я не знаю, как его забирать. Может, с этой стороны прыгать, что ли, или что? Значит, опять упадет. Ой, молодец, ой, молодец. Вот это я понимаю. Забираем. Ну, конечно, чтобы пройти сюда, нужно, блин, немножко попотеть. Так, давайте посмотрим, что у нас по способностям. Нажимаем сюда, нажимаем сюда. Быстрое поглощение. Это дыма, да? Это нет, это не он. Не он нам не нужен. Здесь можно прокачать вот эту штуку за две, но... Ага, нельзя. Нельзя, видите, в чем прикол. Четвертый уровень репутации. У нас только третий, мы пытаемся, в принципе, четвертый сделать. Повышает число дымовых стрел. Это нам не надо. Серверные хедшоты нам не нужно. И вырубающий хедшот нам точно не нужно. Чтобы вот эту штуку прокачать, видите, нам нужна репутация злодея. То есть мы не можем использовать такие вот супер опасные для... Смотри, дымовой прыжок. Блин, это важная тема, кстати. Ну, мы не можем использовать это, потому что нужна репутация злодея. А мы с вами герои, а герои не могут красиво летать. И здесь то же самое. То есть, испепеляющее падение. Репутация злодея, разящий рывок. Репутация злодея, казнь. Репутация злодея, поглощение энергии, репутация злодея. То есть, если вы хотите быть злодеем, то вы можете прокачивать больше всяких штук. Блин, господи. Что ж такое ограничение-то? Дискриминация по злодейскому признаку. Бесконечную скорость не могу, к сожалению. Так, усиленный стазис пузырь я не буду прокачивать. Но, в принципе, да, то, что мы, ну, должно... То, что у нас должно быть, мы прокачали. Давайте полностью прокачаем дым. У нас 11 осколков. Но не полностью, сколько сейчас можно прокачать. 6 осколков пепельная граната. Ракета будет еще стоить. Давайте так и оставим, ладно. Качать здесь, в принципе, больше нечего. Фух. И давайте, кстати, еще вот эту вот штуку посмотрим. Я вот не знаю, что это такое. Здрасте. Так, помогаем. Подозреваемый спасен. Прикольно. То есть здесь ничего такого сверхъестественного не было. Так, вижу опять-таки банду акул. Давайте там еще посмотрим, что они там делают. Лежать. Ой, меня стреляют. Меня стреляют, только не это. Раз, два и три. Самая легкая банда, с которой я когда-либо сражался. Отлично. Банда акул уничтожена. И там еще кто-то стреляет, вы слышите? Это, походу, еще вот эта вот другая банда. Синяя. А, то есть красную банду, если мы избиваем, то мы получаем плохой... Приоритет плюс к плохому. Если синюю банду мы убиваем, то плюс к хорошему. Понял, герой, либо злодей опять. Есть выбор. Я, видите, злодейскую, геройскую выполняю. Не вижу в этом разницы. Так, а это что такое? Операция аудиодневник. Найдите в этом районе аудиодневник информатора и загрузите его. Ну, это нет смысла. Давайте лучше сюда тогда слетаем. Здесь где-то есть... Здесь где-то должна быть...
частичка осколка. Я не знаю, как, правда, подняться туда. Все, нормально. А вот она. Поглощаем. А мы, кстати, поглощаем и одновременно восстанавливаем с, вместе с осколком, приобретенным, нашу эту штуку. Дым и ракеты. Прикольно. Я этого раньше не замечал. Я вообще бы на самом деле граффити бы порисовал, мне так понравилось. Плюс еще халявные эти. Очки репутации дают за это. Поэтому давайте поищем. Граффити, вы где? Дракон. Вон граффити еще. Сейчас мы, ребята, рисуем граффити и, наверное, закончим на эту серию. На этом серию. Так, где вентиляция? Бэнк? Не понял, почему я упал? А вот и она. Букет леденцов. А ну-ка. Растрясли баллончиком. Блин, да что ж ты не слушаешь ты меня, а, баллончик? Нормально. Здрасте, здрасте. Смотрите, все ходят с смартфонами и снимают, как я тут рисую. Обнаглели. То есть вот эту палочку нужно обрисовать. Самое легкое, что может быть. И вот так вот. Готово. Или нет? Прикольно. То есть добрые граффити, на которых мы там всякие добрые вещи показываем, и злые граффити, на которых мы показываем, видимо, ужасные вещи. Блин, круто он рисует. Ну, крутые рисунки сами по себе. Не он рисует, а вообще. То, что они здесь существуют, вообще такие рисунки. Так, ну ладно, ребят, давайте на этом закончим. Граффити, в принципе, видите, нам тоже репутацию приносит, особенно если вы рисуете добрую граффити. Также, если нейтрализовывать каких-то бандитов, какие-то группировки, тоже это приносит репутацию. Нам осталось еще половину, то есть очень много все равно, до следующего уровня. И мы сможем на него новые способности бесконечно просто бегать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мы, по сути, будем как Флэш. Да. С вами был Лекс, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забывайте подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании, шап-канал. Это была игра Infamous Second Son. А с вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем добра.